возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень. Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный, как город, слитый в одно, куда восходит колено, колено Господне, по закону Израилевому, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа, Бога нашего, желаю блага тебе».